Изменяет муж. Странному поведению Глюкозы нашли объяснение. Певицу Глюкозу в последнее время не узнать. Артистка переименовала соцсети и пишет странные посты. Поговаривают, что брак Натальи Чистяковой и Ионовой трещит по швам. По слухам, супруг знаменитости. Бизнесмен Александр Чистяков в последнее время предпочитает проводить время не с женой. Якобы предприниматель изменяет артистке. Например, в начале года мужчину заметили в ресторане на Новой Риге с яркой брюнеткой. Обнимались, миловались. Мадам выглядела, как леди из Инстаграма, которые по вопросам сотрудничества писать сюда, орфография и пунктуация автора сохранены. Цитирует очевидца телеграм-канал «Только никому». К слову, поведение Натальи в сети косвенно подтверждает домыслы о семейных неурядицах. Певица Глюкоза вдруг переименовала страницу в Инстаграм. Ее посты стали редкими и какими-то уныло-философскими, а в сторис нет больше видео с вечеринок и праздников. Публикация фотографий из Инстаграм. Счастье там, где в ваших объятиях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино в выходные и обязательно выбираетесь на природу. Пишет певица Глюкоза. Напомним, артистка замужем за бизнесменом уже 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей, 12-летнюю Лидию и 7-летнюю Веру. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Богатырь. Звезда Дома 2 родила второго сына. Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании. Королева засветила. Грудь перед статным казахом. Выступление Анастасии Волочковой в Москве. Дни, РУ, раздают билеты. Все, кто попало. Глюкоза удивила странными фото. И многое другое.